Всем привет, меня зовут Станислав Андреевич, вот решил обзавестись своим каналом. Жизнь у меня достаточно бурная, интересов у меня в жизни много, я достаточно часто бываю в тех или иных местах, вот, жизнь бурная была, ну, наверное, остается в какой-то мере бурной сейчас, поэтому, ну, есть много тем, о которых мне хотелось бы с вами поговорить, вот, на которые хотелось бы снимать какие-то мини-обзоры, говорить о своем мнении относительно тех или иных вещей. Ну, я не считаю это чем-то плохим, потому что, ну, если это никому не будет интересно, я просто прекращу это делать. Вот и все, и этим все закончится, я ничего не потеряю. Максимум, что я потеряю, это какое-то время на создание этих видео. Вот, я расскажу вкратце о себе, мне 36 лет. Моя жизнь была, как я уже говорил, достаточно бурной. Я долго употреблял наркотики. Ну, тяжелые, естественно, разные, да, но в итоге пришел к одному, вот, который употреблял там долгое количество времени, пока, ну, не прекратил, и на сегодняшний момент я не употребляю, не пью, там, не курю сигареты, в общем-то, образ жизни у меня достаточно здоровый, занимаюсь спортом, вот, там, не понаслышке знаком с астероидами, с химическими, поэтому, ну, кого эта тема интересует, можно мы об этом поговорить. Ну, я достаточно долго сидел, да, около 10 лет я отсидел, сидел 5 раз в разных зонах, в разных лагерях, ну, за разные статьи, в основном это кражи, и, ну, хотелось бы рассказать и об этом, если, опять же, это будет кому-то интересно, потому что информации, ну, достоверной не так много о том, что там происходит, и вообще, ну, как жизнь людей складывается, которые туда попадают. Ну, часто я сталкиваюсь в СМИ с, ну, с информацией, которая действительности не соответствует. Вот, я там занимаюсь коллекционированием, ну, тире-собирательством, наверное, даже собирательством, тире-коллекционированием ретро-игровых, ну, ретро-консолей игровых, картриджи, диски, ну, игры, да, на разных носителях. Вот, и, наверное, сейчас у меня такой период, когда я именно от собирательства к коллекционированию перехожу. Ну, можем говорить об этом. Я, в общем-то, ну, на основании этого, да, ну, думал завести канал, потому что много обзорщиков, я смотрю много ютуберов, которые обозревают эту тему. Вот, ну, почему нет, да? Вот, ну, собираю множество других вещей, очень увлекаюсь Первой мировой войной, все, что с этим связано. Ну, там, историю Первой мировой мне, ну, намного интереснее, чем история Второй мировой. Вот, она, мне кажется, незаслуженно забытой у нас в России, поэтому, ну, не знаю, мне вот нравится особенно, ну, несмотря на то, что я люблю Россию, да, я люблю свою родину, в общем-то, наиболее интересны мне события, которые происходили именно на Западном фронте, где воевали немцы с французами, с англичанами, ну, и там с разными странами, которые поддерживали коалицию Антанты, вот. Ну, собираю там ассигнации разных стран и эпох, временных, монеты, ну, как бы масса увлечений. Живу сейчас в загородном доме, есть семья, с женой мы живем уже 4-й год, раньше был женат с моей Юлей, которую я безумно люблю, я пожениться мы, ну, не то, что никак не можем, ну, мы там планировали в том году за границей, но с деньгами было не очень хорошо, перенесли на этот. В следующем году есть планы слетать в Штаты, и как бы пришла мысль в Лас-Вегасе пожениться, потому что, ну, насколько я знаю, регистрация брака там будет действительно и здесь. Поэтому, ну, возможно, в следующем году все-таки официально я стану ее мужем, мне уже это очень хочется. Детей у нас нету, да, ну, у нее есть ребенок, то есть как бы наших общих нету, но ребенок есть, ему 10 лет. В общем, так вкратце себе, вот. Есть много чего рассказать. В принципе, ну, основа будет, естественно, как мне кажется, мой ретро-став. Кому-то он будет интересен. Я не назову себя человеком, который имеет в своей коллекции какое-то великое множество редчайших консолей и редчайших игр. Но кое-что интересное у меня есть. Я регулярно обновляю, так сказать, свою коллекцию. Все-таки называю ее коллекцией. В общем, вот такие вот дела. Вот, ну, никому не навязываюсь, делаю это, в общем-то, для себя, чтобы ну, потому что, когда человек чем-то занят, коллекционированием чего-то, или он интересуется чем-то достаточно глубоко, всегда хочется найти
единомышленников, с которыми можно общаться, которым можно будет рассказываться, хвалиться тем или иным там, приобретенным стафом или какой-то информацией полученной, обсуждать что-то. И вот, ну, наверное, поэтому я этот канал и завел. Ну, никаких коммерческих, естественно, ну, подоплек нету у меня, да. Я, в принципе, человек не бедный, ну, и назову себя богатым, да, ну, обеспеченный средний класс. Как, в общем-то, я везде жил, и в зонах, и в тюрьмах, и всегда, да. Средний класс, по мне, это вот самое оптимальное, скажем так, социальная ступень, вот. Ну, опять же, с этим многие могут быть не согласны. Я человек толерантный относительно ко всему достаточно. Есть вещи, которые меня очень сильно раздражают, есть вещи, которые я люблю. Но я стараюсь не озвучивать это прилюдно, да, не придавать огласки, потому что, ну, всегда может найтись человек, который попробует это пояснить, объяснить, и где-то я не смогу, потому что какое-то мое мнение основано только на моих личных убеждениях, а это не факты. Как бы вот так. Вот, поэтому я думаю, мы с вами еще увидимся. Пока буду снимать, наверное, вот таким вот образом, ну, с камеры, с айфона. Вот, есть камера, да, есть там, ну, планы какие-то, канал развивать в дальнейшем, делать все это более профессионально. Поэтому добро пожаловать на мой канал, кому интересно. Увидимся. Удачи.